В Чебоксарах вынесен приговор по делу о падении стрелы гусеничного крана на строителя. Напомним, ЧП случилось 13 июля прошлого года во время проведения работ в промзоне по Марпасадскому шоссе. Во время перемещения груза на стреле крана лопнул трос. Стрела упала на рабочего. От полученных травм 57-летний мужчина скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвинение в нарушении правил охраны труда и иных правил техники безопасности было предъявлено бывшему, теперь уже главному механику подрядной организации. Было установлено, что он, будучи ответственным за организацию безопасных работ, то есть за организацию безопасности на строительном объекте, допустил в эксплуатацию кран на гусеничном ходу с истекшим сроком его эксплуатации. При этом им не было получено соответствующее разрешение в органах Ростехнадзора для допуска его к эксплуатации. Кроме того, также им не было обеспечено наличие необходимых приборов и устройств безопасности при выполнении работ на строительном объекте. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к году условно. Приговор суда в законную силу еще не вступил.